На канале «Украина» продолжается повторный показ мелодраматического сериала «Солнечный ноябрь». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? 9 и 10 серии. Состояние Нины ухудшается, она устает больше обычного. Приступает к обязанностям младшего менеджера. При этом Митя ведет себя с Ниной формально и строго. Чтобы отвлечься от мысли о ней, пытается ухаживать за Ларисой. Оксана надеется, что забеременеет от Васи, а тот, в свою очередь, надеется на развитие отношений. Оксана ему нравится. Кирилл настаивает на визите к гинекологу, и Оксана паникует, подкупает врача и получает фальшивую справку о беременности. Нина проходит в мастерскую Кирилла. Оксана оскорбляет ее. И Нина в тоске гуляет по берегу реки, и там падает в обморок. Там же ее находит Митя и отвозит в больницу. 11 и 12 серии. Выясняется, что Рената – это мать Мити, которая бросила их с Алексеем, когда Мите было 5 лет. Митя потрясен, но не намерен общаться с Ренатой. Нина убеждает его в обратном – его мать при смерти. О том, что Рената в местной клинике, узнает Алексей. И Вася догадывается, что Оксана беременна от него, и ему нужен этот ребенок. Вася собирается рассказать обо всем Кириллу. Оксана в бешенстве. Валентина в шоке от поведения Оксаны, и ее мучает совесть. Она рассказывает Кириллу правду о беременности Оксаны и о болезни Нины. Премьера новых серий состоится 13 июля на канале «Украина». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.